все у меня хорошо. Я счастливый ребенок. Вере 8 лет. Надеждой и своим жизнелюбием она заряжает всех окружающих. Девочка родилась раньше срока. Сложные роды дали о себе знать. В год врачи поставили неутешительный диагноз – ДЦП. Жизнь семьи пошла по иному распорядку. Это самая большая ценность в моей жизни, мой ребенок. И тот урок жизненный, который она мне принесла в мою жизнь, он самый ценный. Конечно, это никогда не забудется, но в то же время сейчас мы полной грудью вдыхаем эту жизнь, получаем удовольствие, знаете, даже получаем удовольствие просто от каких-то незначительных, наверное, там, для кого-то событий, но мы понимаем, что мы можем с ней много чего и, наверное, все. Череда реабилитационных центров, бесконечные консультации специалистов, но главное – жизнь вдали от родных стен. К сожалению, мест, где могли бы помочь девочке в Оренбурге, признается мама, практически нет. Пенза, Санкт-Петербург, Курган – лишь небольшой список городов, где Вере приходилось жить по 3-4 месяца. Я живу с ребенком, я не живу с диагнозом, потому что мы смогли это преодолеть и пройти, и вернуться к обычной жизни. Просто эта жизнь, она с особенностями. Целеустремленность и вера помогает преодолевать сложности. Самостоятельно девочка пошла в 5 лет, научилась говорить и сегодня ходит в обычную школу, старается успевать за сверстниками. И это у нее получается. Любимое занятие – дрессировать домашнего питомца Татошу. Но больше всего Вера любит играть в куклы, поэтому и желание связано именно с этой игрушкой. Я хочу радужную Барби, блестящую, у которой есть расческа, и там бутылечек к расческе. И когда проводишь, блестящие волосы становятся. Вера родилась под Новый год. День рождения она отметит 27 декабря. Девочка надеется, что ее желание обязательно услышит и исполнит добрый волшебник. Ведь добро всегда побеждает. Главное, в это нужно верить. Наталья Мороз, Семен Воробьев. Новости дня.